Для гимнасток, которые выступили, начинается парад награждения. Парад на выход. Шагом марш! Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Кубок Черного моря». В результате нашего турнира среди гимнастов 2017 года рождения на первом месте Тульская Милана. Тульская Милана, первое место. We'll be right back.
Thank you.
Поздравляем, девочки, молодцы, все умницы, ждем вас.